Традиционно спартакиада Тверского вагоностроительного завода при поддержке регионального отделения «Союзмаш России» набирает ход. В июле настал черед выявить лучшие команды по волейболу. Игры в летающий мяч проводит спортивный клуб «Планета» в уютном зале одноименного спорткомплекса на Петербургском шоссе. С 5 июля мы начали первенство завода по волейболу в рамках спартакиада 2021 года. У нас принимают участие 10 команд. В том году принимало участие 8 команд. Появились новые команды, такие как команда дирекции, команда победа дирекции по качеству. Волейбольное первенство проводится в два этапа. Сначала по круговой системе в двух подгруппах, затем в конце июля по две лучшие команды каждой из подгрупп разыграют между собой призовые места в итоговой турнирной таблице и рейтинговые очки в общий зачет спартакиады. Таким образом, вагоностроительный завод вносит свой вклад не только в популяризацию здорового образа жизни среди своих сотрудников, но и в развитие волейбола в городе и регионе. Чем больше людей увлечены этим спортом, тем больше их будет появляться команд. То есть же городской чемпионат города, правильно? То есть здесь люди сейчас поднимут свои навыки и пойдут играть уже на чемпионат города, уже там расти. На сегодняшний день в лидеры в первой подгруппе вышла команда «Транстех» торговый дом КСК, которая одержала две уверенные победы. Во второй подгруппе на первое место вышли волейболисты деревообрабатывающего цеха. Один из секретов этой команды – получать от игры удовольствие, прежде всего. Очень интересно, с детства занимаюсь волейболом. Очень нравится. В очередном туре 13 июля команда деревообрабатывающего цеха со счетом 2-0 по партиям обыграла одного из принципиальных соперников – команду тележечного цеха. Очень увлекательно прошла вторая партия этого матча. Соперники долго шли очко в очко. Просто уже на кураже, на интересе хочется бороться до победного. То есть и они, смотришь, у них в глазах азарт горит. То есть такие вот игры разряжают после рабочей смены очень хорошо. С азартным интересом проходят все матчи традиционной спартакиады вагоностроительного завода. Здесь действительно главное не победа, а участие. В любом случае побеждают здоровье, энергия и стремление к успеху. Лучшие волейбольные команды первенства определятся в конце июля.